О, какое вкусное давай-дрогу. Такие картины я называю о вечном. На них сидишь, смотришь, будто ты у камина, на огонь. Вот такие живые, живая плоть. Там не надо разбираться, что происходит, там не надо анализировать. Такие живые картины могут снимать единицы. Сидишь и наблюдаешь за жизнью. Вот животные, вот люди. Это такой огонь, это вечное. Егор! Да? Я к щенкам хочу вообще-то. Ну давай, только аккуратно заходи, чтобы они не выскочили. Заходи, аккуратно со мной. Давай, давай, давай. Давай, Вань, заходи. Прекрасный, яркий, искренний фильм, большая редкость и настоящее счастье, что вышел. Наташа, спасибо за кино, я тебя люблю. Было интересно и здорово, что такие вопросы поднимаются в русских фильмах. Очень разные были первые эмоции, и некоторые заставили задуматься. Замечательный фильм, очень трогательный, очень душевный. И помимо, конечно, невероятной гордости за свою маму, которая снялась в этом фильме, я обожаю Наташу Мещанину, Степу, Яну. Но такие фильмы должны быть. Фильмы, которые разрывают твое сердце, которые терзают твою душу. Вань, ну пойдем, ну знаешь, сколько у меня дел еще? А где Белочка? Где надо, Белка, пошли. Мне кажется, это вообще самый главный месседж нашего времени, что нужно беречь в себе любовь, друзья, что там у тебя? И беречь своих близких. С тобой, я с тобой, я тебя держу, держу тебя, все, не бойся.